Ну что, мы ведем прямой репортаж Степногорской заброшки. Девятиэтажка, которая планировала жилой дом. Светуля, я тебя люблю, вернись ко мне, прошу. Да. Мы тут не первые, и мы тут не последние. Выход на балкон. Ну, судя по всему, по масштабам этой комнаты, это должна была быть двухкомнатная квартира. Балкончик. Балкончик. Поля-поля. Пятиэтажка раз. Пятиэтажка два, три, четыре. И еще дома, садик. А дальше с той стороны школа. Идем назад. Идем назад. Опять садик. И опять садик. Горы мусора. Камней. Шахта лифта. Заваленная камнями. Ну, собственно, сама шахта. Вид снизу. Ни тросов оборванных. Ни хрена. Ни перил. И ничего подобного. Опять камни. Опять камни. Даже есть зазоры. То ли под розетки, то ли под звонки. Ни кабелей, ничего. Строили, строили. И так и не построили. Еще одна комната. Ну, судя по планировке, конечно, надпись «Ты мразь». Ну, что ж, кто-то кого-то не взлюбил. Но, судя по планировке, две квартиры на этаж, либо две двухкомнатные квартиры. Тут вообще стены нет. Дует сильный ветер, так что будьте осторожны. Вызовите лифт, не заходите. А, вызовите лифт и заходите. Ха-ха. Очень смешно. Так, батарейка садится, прерываюсь.